О, да, это мое любимое. Это мое любимое. Аж головы орочи полетели нахрен. Опс. Да-да-да, я беру на себя их всех. Вот это понеслась. Свинина атакует. Оп. Я знал, я слышал. Все под контролем. Нет, не все. Вообще ни хрена не под контролем. Я не контролирую здесь официально, просто ни хрена. Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Играем в Средиземье. Властелин колец. Война на севере. Да, можно было бы сразу отправиться и узнать, что там дальше у нас произошло в Норденбаде. Расспросить всех, рассказать всем, узнать все, услышать, что можно. Но! Можно было бы, конечно, отправиться еще и в Ривенделл и поговорить там с агентом Смитом, узнать, что же это за свитки, которые 7 штук, кажется. В общем, все, которые надо было, собрали мы и получить, может быть, за это какую-то награду. Но я выбираю испытание. Давным-давно пора, и собираюсь я снова шагнуть туда, где постигла неудача наших ребят в прошлый раз, когда я... пробовал туда соваться, но это было достаточно давно. Они с тех пор подросли в уровне, подкачались, и посмотрим, что из этого выйдет. А тебе, если тебе нравится это дело, напиши. В следующей серии, может быть, ломанемся испытание в Озгилиате. А может быть, даже в это успеем, я не знаю. Дай знать, понравится, не понравится вот эта штука, или отправиться дальше по сюжету. Это важно, это важно. А также важно, если тебе нравится, в принципе, контент, такой контент, конкретно эта игра, поддержи ее лайком. Напиши в комментариях, что ты ждешь, и оно и будет. Так работает это дело на канале. Че поддерживаешь, то и снимаем. А вот, ну, за исключением того, что, в принципе, здесь выходит только то, что нравится и мне, и тебе. Такое дело. Что нравится кому-то из нас, оно либо не приживается, либо вообще не появляется. Если нравится только кому-то одному из нас. Я помню, как мы здесь дрючили. Далеко не с первой волны, конечно, но дрючили. А, кстати, одно небольшое лирическое отступление по поводу сбруи. Вот этот ножик нам прилетел от... я даже не знаю от кого. Скорее всего, от колдуна Карндумского. Колечко я прикупил, вот такое. А вот такое прилетело тоже хрен знает от кого. Вот, ну и пошел все. А, да. Вкатил сюда еще один уровень. И вкатил немножко в ловкость. И немножко вкатил в волю, чтобы колечко-то надеть. Вот такая вот фигня. В общем, вот так вот. Сейчас посмотрим, насколько нам это поможет здесь. Потому что до пауков особых сложностей я здесь не помню. Потому что они падают... как нефиг. Я не... Ой, извини. Хотел сказать, я не вижу... я не вижу дварфа. а он там стоит, я его рубить начал. Все, атака отражена, но я так думаю, что первая штук 7. Особого не вызовут напряга. А с другой стороны, хрен знает. Да, нас преследует... мертвечинка. Товарищ дядя гном даже и поорать не прочь. На ребят. Кстати, да, надо разобраться с тем блоком, как он там работает. На следующем парне с мечом. А не с лапами. О. Давай, ну. Но... то есть даже не обязательно ждать? Контратаку он делает и так, типа. Только почему-то она меня не очень радует, так как он улетает куда-то вперед. Не пойми зачем. Да. Ладно.
Мне очень удобно зажимать Ctrl и искать ту тройку. Ну, ладно, ладно, это... Вот самая большая проблема, мне кажется, этой игры, это вот такие решения. С этим они тоже похулиганили. Ну вот и кого он тут контратаковал? Кого? Класс! У них обычно таких толп не бывает. Чтобы приходилось прямо в толпу забуриться. Да и не хотелось бы в толпу буриться-то. Это не тот персонаж. А хорошо вмазал. Тем более, что зайти за спину можно и без таких понтов. Да? Не выпендриваясь, скажем так. Назовем это так. Да. Но особо много опыта с них пока не прилетит, конечно же. Что у нас здесь? Бутылки будут? Ой. Будут. А чё вы, ребят? А, это и не вы вовсе. Понятно. Я думаю, хватит баловаться с магией. С могуществом, так называемым. Да. Пускай оно копится на пауков. Да, блин, Варф не пускает. Не пускает. Видимо, помнит, что с ним наделали пауки и пытается отомстить, да? Скорее всего. Ну, это без головы сражается лучше, чем с головой. Волны пока что идут одна за другой. Сука, ты думаешь, я что? Его не застану так? Кстати, я уже набил кучу стрел, и надо будет сейчас ими пользоваться. Потому что они улетают в трубу. А у нас, напомню, приличный урон именно от дальних атак. О, какое! Ползучее. А где он? Стрелял. Я знаю, что ты не сдох. Сдох? Ладно. Все веселье оказалось тут у ребят, да? Дварф, ну пусти, ну серьезно, ну что за дела? Я не понял, блин. О! Да! Ну там урон граничит с тысячей, да? Где-то так. За попадание. А тем более в башню, если попадаешь, то там вообще урон космический. Ну, по этим ребятам, естественно. Которые у нас сейчас нападают. Какая волна? Пятая. Хорошо. Я продолжаю стрелять. Тем более, что надо. Хотя это делается порой хрен пойми куда. Стоп. Отлично. Нет, головы снимаются им просто на раз. Там ребята разберутся, да? Ну и я здесь, наверное, тоже разберусь. Это я так магию экономлю, если что. Блин. О, в этого вселилась моща. Значит, что? Значит, я буду его расстреливать. Ага. Не, он крепкий становится под этим воздействием. А еще эта хрень как переходное знамя, да? Стоп, стоп. Есть. Отлично. Ребят, у вас там тоже такие имеются, да? Даже две штучки. А где... А, дварф здесь. Я постоянно теряю дварфа. О, отлично, ты меня даже додумалась полечить. Эти ребята уже покруче будут. За них уже прям дают опыт. Прям дают. Да. Я не помню, пропадают здесь стрелы со временем или нет. Ребята, а вот... А, там один бедный несчастный лучник ждет убиение. Так, уже начинается
повеселее Мочилова. Но пока не пойдут пауки, ничего такого особенно жесткого я не ожидаю. О, тролли. Ну, тролли... Тролли тоже, конечно, могут разнообразить. Да. Но! Но! Против троллей я знаю теперь, как действовать. Ага. Тем более эти тролли не такие крутые, как те. Есть классификация троллей, и эти не входят в топ-3 троллей, да? Блин, ты забрал на себя, да? Ладно, неважно. Я его и так порублю. А то и поруб 20. Да, все. Она его добила, да? Но уже веселее, значительно веселее. Атака отражена. Стрелы копятся, это хорошо. Магия, правда, вот не очень копится. Да, наконец-то. Наконец-то. А я не вижу, они с мечами или... Нет, они с луками. И моя задача, как следопыта-застрельщика, отстреливать их. Ну, а с пауками тут вообще, с этими слабаками. Хотя, знаешь, лучше, чем эти гули, или что это было такое? Да блин, я вечно тебя не успеваю добить. А тут, в принципе, в смысле? Что, она тебя не полечила, что ли? Ты давай это. Там не очень. Умирай. Это я здесь умираю, потому что я на себя взял пауков один, и какого хрена я не лечусь, когда она лечит. Ладно. Дождемся следующего купола, да? Рано тратить бутылки, мне так кажется. Тут еще могут и поднять. Ну что, понеслась? Я стреляю, ребят. Вы запрягаете, а я стреляю. С этой, по идее, стороны. Да. Ребят, берите пауков на себя. Я беру на себя все стрелковое. Барахло. Почему-то мне кажется, что нас сейчас будут отстреливать в спину. Уж чем больше я стреляю, тем больше вылетает стрел. По крайней мере, такое впечатление. Ты что, меня лечишь, что ли? Молодец. Я думаю, что такое молоко пошло. Тем более, паукам-то много не надо, да? Жаль, те ребята не выбрасывают сюда куда-то свои стрелы. Да, я, по-моему, задрал паука вот здесь в упор. И там задрал, и здесь задрал. Так, все, давай соберу немножко, да? Ну, а тебя, естественно, по-рабоче-крестьянски зарубим. Справляемся на ура. Но это еще детские волны. Это еще детский лепет. О, я тебя даже не заметил, представляешь? Вот так. Дайте этого пока сюда. Я его порежу. Отлично. В принципе, даже немножко опыта дают. По чуть-чуть, но дают. И это какая волна? Восьмерочка. Крепкие пауки еще не пошли. Те, которые умеют такое, отчего у дварфов стынут бороды в жилах. Да. Моча застывает. Наглухо. Блин, их не удается нормально добить. О. Не надо спешить, да? Не надо спешить. Тогда будет быстрее. Ладно, тут напрашивается самой. Собой. Тут вот, конечно, пригодилось бы видеть, сколько урона я им наношу.
сколько урона вываливается. Но знаешь, меня бесит эта фигня, когда постоянно какие-то циферки всплывают. Просто бесит, серьезно. Терпеть не могу это говно. Хотя оно бывает порой полезное. Разумеется. О! Это пошли уже покрепче, дяди. Им в голову сложнее попасть, потому что ее заслоняет дядя Двар! О, блин. Да, я понял. А крепкий паук где? Ага. Теперь их двое. Дядя Дварф одного достаточно быстро наказал. Зараза, я не попадаю ему. Вот тут наш лук немножечко дает, конечно, маху. Потому что я не могу попасть в эту тварь. Тем более в голову. Ему. Потому что попадается то по лапам, то по этим маленьким паукам. Оно прямо не слабо держит удар. Это при том, что мы сюда пришли не детьми уже далеко. Чё там, дядь Дварф, давай. Зарежу. Чё еще? Э, ты... Ну, блин! Есть! Окей. Чё по стрелам? По стрелам все хорошо. Десятый. Я не помню, когда нас задрали в прошлый раз. В районе 12, мне кажется. Не, как в мордочку попадаешь, так все гуд прям. Да. Но так мы тоже пошинковать можем. Очень даже неплохо. Набрали мощи и давай лупашь его в жопу. Крепенькие дяди, крепенькие прям. Давай. Там, по-моему, еще более крутые пошли. Эти же не умеют делать прибамбасов. Слушай, и вот, знаешь, казалось бы, да, но они задрали гнома. Казалось бы, но они что-то могут. Неожиданно, да? Тут, кстати, в этой игре очень часто такая фигня бывает. Вроде сражаешься, вроде все хорошо. А смотришь, гном лежит, эльфийка вообще, блин, там просто согнулась в три погибели. А у тебя 15% жизни. Сейчас была примерно такая ситуация, только гном лежал один. В гордом одиночестве. Скажем так. Ну что, ребят. Сейчас начнется настоящее дерьмо. Да? Это орки уже? А чё ж ты начинаешь-то? О, вот до этого, дядьки, мы не доходили, это факт. Он меня классно контролирует своими сферами. Но! Это совсем не такой крутой дядя. Или я ему хорошо насовал в голову? Чем ты его орков, орком назвал? Ты что, не сечешь в классификации, что ли? Это же этот. Колдун. Гуд. Сколько здесь нахрен волн? Мне интересно. По-моему, писали о 20 или около того. А может, и доходили до этого? Я не помню.
Не, не доходили. Мы не добирались до того, чтобы... Пошли взрывные дяди! Большого урона они не наносят, но приятного валяться на полу мало. Где? Ага. Вот этих главное сносить. Молодец. Но я тоже не просто так стою. Ок. Хорошо. Извини, дварф, я чуть ток пропустил его. Ты же не в обиде, правильно? Мы же все равно с тобой кореша. Что характерно, все это впустую, если мы умрем. Если все из нас, ребята, погибнут. Нет, значительно, конечно, мы стреляем лучше. Особенно, когда ребята ходят вот такие вот. Рубят и рубят, рубят и рубят, блин. А знаешь что? Я могу расстрелять тебя в упор. Понимаешь? А ты можешь, конечно, и тоже меня порубить в упор, пока я стреляю. Пошли нахрен все! Не, я почти уверен, что нас порвала именно та волна пауков последняя. В прошлый раз. Ну, потому что я не помню ни этого кандумского братишку. Не вот это вот все. Ладно. Ну, типа. О, круто. Понял? Понял? Рогатый. Дварь, ты главное блокируй. Ты, главное, тупо остановись в блок, если чё. Во! Срезал на ура. Так, следующее. Давайте, я уже стреляю. Только куда? Карндумское дерьмище пошло, да? Остановись, пожалуйста, дед, ну. Это хорошо было, но... Ладно. Ребята. Буквально пару шагов назад и... Стреляем, как она. Не подходи. Я надеюсь, дварф снес башку тому колдуну. Серьезно? А, ну понятно. Но она хотя бы полечила. Нет, башку колдуну снес все-таки я. Окей. Жаль, мы берем стрелы все-таки. Берем, когда они нам не нужны. Даже не в голову наносим просто суперский урон. Хотя странно, здесь я попадал ему явно в башку, а прилетало не в башку. А здесь я парочку раз вообще не должен был попасть, но попадал. Найс. Я все смог. Следующее. Дварф, ты не полечился? Ты что, нас подставить хочешь, что ли? Понеслась. О! О, это комбо! Это уже комбо! Я, пожалуй, буду расстреливать отсюда. Ибо какого хрена, да? Пока мне не зайдут за спину, буду безнаказанно отстреливать троллей. Ну или если вот так вот не сделаю, да? Безнаказанно. Сука ты такая! Что думаешь, я тебя не расстреляю? Все. Уничтожу, конечно. Сука. Терпеть не могу, когда они так делают. Со всех сторон, главное. Да? Ну вот. Вот это уже понеслась, конечно. Хрень. Молодец.
Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, да. Вот так. Спасибо, что подождал. Козел. Что это за хрень горит справа, а? Это ты что-то напускал там? Тырок. Ёханый мамай! Они, конечно, шинку... Я понял. А где? Где они? Все. Они в той куче. Я их даже не видел там. Абсолютно. Ну понятно. Это абсолютно бессмысленно. Я сейчас все сделаю. Я, блин, все сделаю. Вот для чего нам нужны были бутылки. Сука! Да! А ведь сейчас помрет. Ребят, а вы не могли бы вот помогать? Вы ползете в эту сторону, я убегаю в ту, и у нас все получается. Да твою мать, а? Как так? Вы упали не вовремя, ребят. Нет, ну сейчас действительно помрут. Серьезно, там же немного надо им. Это ой-ой-ой, ай-яй-яй и ё-моё. Вместе. Пожалуйста, хотя бы одного. Не, ну ты подумай, ладно. Хорошо. Да эта тактика не работает, понял. Надо убить все рогатое. Поголовье скота. И тогда, быть может... выстрел не сбивает, хорошо. Ты не представляешь, как он. Я потратил столько бутылок. Ты не хочешь нас полечить, да? У тебя ничего не восстановилось, да? Ладно, ладно. Я же говорю, вот всегда такая херня здесь случается. Все нормально, а потом бац, все упали. Ну нормально вообще. Как так? Вот дают. Ну спас, откачал. Что там последнее осталось-то? Все. Отмучился. Атака отражена, и она далеко не была последней даже. Коль я спою о корабле, придет ли он за мной? Карндумские отморозки. Конечно. И тролли. Это при том, что я в прошлый раз троллей-то отстрелил знатно. В этот раз планирую сделать ту же херню. В принципе, ему штук 7 выстрелов в голову и... До свидания, тролль. А может быть и меньше. Да, я понял. Ядрить? Блин. Конечно же, зашли с тыла. А это, друзья, товарищи... Жопа! Да. Давай, я бегу тоже. Не, нормально. Дварф, а можно сюда тебя попросить, а? Нет? Сучонок ты, я такой. Гаденыш, шел бы ты полечился, а? Ну, понятно. Все с тобой, сука, ясно. Вот из-за кого мы умираем. Но они прям сильно заточили игру под... кооператив. Чтобы нести в бессмертный край за моря пеленой. Ну, понятно.
Угу. Так, ладно, тролли. Эти вроде уже покрепче будут. А может быть и нет. Ну, это если подать, конечно. Так, ладно, я продолжаю. Отстреливать. Сука! Один, но прошел. Да умойся! Эта тварь круче тролля. Задание выполнено? Серьезно? Это была последняя? Да ладно. Если честно, даже странно. Странно, что эта волна была последней. Вот это странно. А как часто пополнялось здесь все? Что, каждую волну, что ли? А я вот это вот, получается, 15 бутылок прощелкал? Или сколько? Или оно только сейчас пополнилось, когда мы выиграли? Серьезно? Вот так вот? Ну хорошо, давай тогда на совершенно новое испытание в Осгилиате. Оно открылось... потом, поэтому... А, нет, секундочку. Секундочку. Тут же важный элемент. Что у нас по броне? Хотя нет. Ножик. Ладно. Надо. Увы, надо. Давай сделаем перерыв тогда. Да. Угу. Пойдем пообщаемся с ребятами здесь. Поремонтируемся. Ну, естественно, агент Смит тоже нашего внимания заслуживает. Здрасте. Ремонт. Тут, конечно же, нету ремонтировать всего, что надето, но поэтому придется долбать себе мозг вот такой вот фигней. Ничего. Я быстро, это не надо, этот надо. Блин. Оно любит такую подставу устроить. А кольца надо ремонтировать еще, нет? Нет. В Осгилиате, я думаю, будет пожестче. Давай поговорим с тобою. Что там со свитками? Рад снова видеть вас в Имладрисе. Чем я могу вам помочь? Все 6 свитков у нас. Хорошие новости, владыка Элронд. Мы собрали все свитки. Вам удалось собрать все 6 оставшихся свитков? Вы просто великолепны, друзья мои. Я прослежу, чтобы эти свитки были уничтожены. Вы оказали неоценимую услугу, лишив врага столь важного преимущества. Такое усердие заслуживает награды. Среди сокровищ, которые хранятся в Имладрисе, я выбрал несколько древних и могущественных реликвий. Они сослужат вам добрую службу. Примите их в знак благодарности. С чародеем покончено? И что же? Это? Раз все свитки у нас, мы больше не столкнемся с ними? Конечно же, уничтожение свитков не отнимет знаний у тех, кто уже выучился искусству темных чар. Но, по крайней мере, теперь эта скверна будет распространяться гораздо медленнее. К тому же, не стоит забывать, что Агандаур может написать новые свитки. Пока он жив, остается опасность, что на нашем пути снова встанут темные чародеи. Значит, Агандаур умрет. Да. Еще одна причина, по которой должен сдохнуть Агандаур. Прощай, владыка Элронд. Он же агент Смит.
Кстати, вот штука. А где же еще одна шкатулка? Было две у нас. Но если мне повезло, то оно валяется в Норденбаде, я сейчас заберу. А если нет, то получается. Игра сохранила до того, как нам ее дали. И до свидания. Ну, здесь такая херня. Бывает. Ну, ладно. Ладно. А что тут у нас такое? Кольца да амулеты. А вот это мне прям интересно. Что за амулет? 5 выносливость, 5 воля, 60 могущества, 30 защита. Происхождение эльф, требуется 24 воли. Это можно устроить, это можно устроить. Хорошо, хорошо. А еще что? Блин, как же тут все мудрено. Кольца. Ну, амулет самый дорогой, но все-таки. 5 выносливость, 2 дырки. Угу. Окей. 11 урона, 5 ярость. Урон. Гуд. И 1 выносливости. Шанс получить сферу здоровья плюс 4%. Шанс получить сферу могущества плюс 4%. Хм. Заманчиво, да? Я, правда, не знаю. Но заманчиво. На мой взгляд, вот это колечко и этот амулетец лучше всего. Непонятно даже, зачем он вот это вот подогнал. Что думаешь? Что думаешь? Дельная ли штука эти сферы здоровья? Сколько они дают здоровья? Это же важный момент. А также важный момент, давай отправимся в Норденбад и посмотрим, заберем мы или не заберем ту штуковину. А у нас раньше здесь переход был, а теперь еще где? А, там? Ну, Арвин мне вряд ли что-то новое скажет. С Бильбо можно поблагодарить, но уже, наверное, момент упущен, да? Давай-ка все-таки посмотрим. А вдруг валяется? А вдруг сохраняется? А вдруг есть? А вдруг да? А быть может, мы в принципе с ним не поговорили еще, типа, как бы. А, оно просто не засчитало разговор. А как тебя? Да. Я примерно восстанавливаю то, что было. Ты получу эту штуку. Что? Он либо дал нам это, и я прощелкал его. А. Окей, дал. Да, вот это просто нигде никак не показалось, да? Нет, не дал. Класс. Класс. Он говорит, что дает, но он не дает, потому что мы поговорили, мы ее не взяли, мы взяли, не взяли. Ну, вот такая вот здесь игра. К сожалению, вот такая вот здесь хрень. Печально. Ну да, это можно отнести с легкостью к минусам этой игры. Ну, что поделаешь? Нет, значит нет. Лишились брони, я бы взял броню. Ладно, плакать нет времени. Испытание в Озгилиате нас ждет. Сейчас посмотрим, что тут у нас. А что такое там светится? И где здесь сундук? Есть ли здесь сундук в принципе?
А где гоблин? Ага. Сейчас побегаем, найдем сундук. Если таковой здесь имеется. Пока первая волна, я очень даже сомневаюсь, что ребята не справятся. Ага, сундук вот тут стоит. Надо проверить. После этой волны. Что там будет? Если бы еще ребята сюда подключились, я был бы рад, но, судя по всему, да. Чтобы потом не бегать 10 раз. Так, а здесь не один сундук. Ну вот заценим, восполняются они или нет. А где мои вообще ребята-то? А, вон там дварф. А здесь эльфийка. Но это пока вообще такое, знаешь, слабачки. В легкую мы можем их в кашу отстрелить, в общем. Все? Ребята, добейте уже этого остолопа, а? Не, ну, сундуки не восполняются. А почему же тогда я... Да взял же тогда один раз, а потом второй раз. Барахлишка. Да, но сейчас мы их отстрелим. Эти лучники покрепче, чем те ребята вообще были. Извини, дварф, я тебя принял за... Не за того я тебя, в общем, принял. Ой. Не добежал. Так, ну это все здорово, но я уже половину своего боезапаса отстрелял, да? А знаешь что? Грех, грех это не сделать. Давай же и сделаем. Вот. Не знаю сейчас, сколько будет, но сколько-то будет. Да. Так часто пользоваться стрелами и не взять эту штуку, это просто прям преступление. А может быть, эти ящики восстанавливаются раз в несколько ключевых моментов. 70, это сколько же? 80, что ли? Да, 80 максимум. Ну, не так, чтобы прям супер круто, но нормуль. Ребята. Давайте стоять здесь. Здесь, конечно, мы как три тополя на плющихе, но, камон. По крайней мере, можно всех отстрелить. Ну, не со всех сторон они атакуют, не надо рассказывать, конечно. Это ты преувеличиваешь. Когда они начнут атаковать со всех сторон, поверь мне, мы с тобой это почувствуем. Ладно. Пока что атаки детские, но это понятно. Я надеюсь, их тут будет больше и прям будет тяжко. О. На точках появились орки. За стрелы, конечно, спасибо. А кто нас? А, ты. Ну, по головам пройтись им прям нормуль так получается. Ребят, прикройте тыл, прикройте тыл. Блин. Ясно. Какой там прикройте тыл, если они не справляются ни хрена с этим.
Она сбьет уже в спину, ну, разумеется. Причем даже вдвоем. Так, спасибо, что наколбасили стрел, потому что мне прям... Парочку я взял на варф и себе не ням, и нам не дам, козел. Чё там дальше у нас по плану? Надо сундуки еще проверять же, да? Не, они закрыты пока что. Ту, открыты. Тролль, где тролль? О, вот тролль. Он зарядился уже. Модный кувырок. Навстречу судьбе и... Тролль повержен. Не в этот раз. Тут тролли какие-то значительно более крепкие дяди. Ну ладно. Отстрел так отстрел. У него уже морда просто нашпигована. Но прыжок опять был вовремя. А вот сейчас, увы. Сука. Так. Все. 25 стрел в голову и все хорошо. Так, а ведь нас же отстреливают. Еще не так сурово, как могли бы, но отстреливают. Ты что, спустился? Дварф, стой. Смотри. Как надо. За Дунадан. Стрел, в принципе, норм. Не будем спускаться. Жизнь, 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 жизнь. Нужна больше жизнь. Эльфийка, это я что? Если что, я тебе. Так, а что это такой дикий вообще? Они что, покрепче, что ли, да? Какие-то крепкие, да? Хорошо. Окей. Зараза, он все стрелы с собой блокировал. Козел. Ну, мы тут как бы Леголаса включаем. Даже странно, кстати, что они сделали так. Ну, видимо, да. Видимо, тогда бы мага никакого нам бы не сделали, потому что люди магами здесь быть не могут. Обыкновенные, да? Только не обыкновенные. Подожди-ка. А сундуки-то позакрывались? Но знаешь... Да, орки Агандаура уже. Я чувствую, нас немножечко угандошить могут, если я буду бегать и собирать эти ништяки. После какой-то волны они закрылись. Ясненько. Сейчас кто-то явно зайдет со спины, да? А он хорошо рассекает этими мечечками. Просто замечательно. На пятерочку. На пятерочку. Ребят, нам срочно нужно в другую сторону. Это я вам точно говорю. Ответственно заявляю, как единственный следопыт в команде. Как мажу-то? Как мажу? О, все. Не мажу больше. Отвали, отвали от меня. Свинорылый, ты чё? Там что, еще спустились, что ли, лучники? Спасибо. Ой. Вот с тобой я точно не буду рубиться. Ну тебя в задницу. Хотя ты шустрый, дяденька. Но останавливающий в голову работает на ура. Замечательно. Жаль, не всегда указывается, сколько у меня стрел, но я хотя бы бутылок набрался. Ты что творишь, чертяка? Я здесь. Я хотя бы нахватался бутылок. Где наши ребята, я не знаю, но слышу, что им прям вот рвут задницы.
Ребят, где вы? Ага. Это ты его так долго мутузил? Серьезно? А где в это время была наша дорогая любимая эльфийка, а? Ладно, давай встанем на наше место. Атака 8. Где? Вот где. А, это уже со щитами, да, ну тут по-любому. Именно отстрел. Есть. Да, ты, конечно, загнул. Это ты, конечно, загнул, поверь мне. Если я всех щитовиков снесу, хотя бы с одной стороны, уже будет хорошо. А также по нам стреляют сбоку. И с одного, и со второго. Понятно. Извините, ребят, но я тут как бы этим займусь, да? Они все прибывают. И мне даже страшно подумать, что там творится. Ну да, естественно. Разумеется. Между прочим, ребят, я не справляюсь, когда я только один всех отстреливаю. На! Ну вот, он уже начал шинковать. Я тебе говорю. Орк шинковщик. Молодец, лечись там. А знаешь что, я тоже сюда стану, мне же надо отстрелить тут боковое. Это нас еще не особо начали отстреливать магами, да? Да что ты такое делаешь, а? Так, и вдруг из них перестали выпадать стрелы. Очень-очень зря. 68 стрел. Атака 9. Понеслась. Да, зря я, конечно, в низину заполз, но ну, ладно. О, да, это мое любимое. Это мое любимое. Аж головы орочи полетели нахрен. Опс. Да-да-да, я беру на себя их всех. Вот это понеслась. Свинина атакует. Оп. Я знал, я слышал. Все под контролем. Нет, не все. Вообще ни хрена не под контролем. Я не контролирую здесь официально, просто ни хрена. Ах ты, сука, да? Понятно. Ребят, вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь? Что вы делали все это нахрен время? Когда я все контролировал, а? Ладно, пойду проконтролирую здесь. Ну что, сучонок, этого ты не ожидал, да? Ах, вот так вот. А я вот еще вот так могу. И рубим башку ему. Не, по ножке. Отлично. Иду лечиться. Что ж. Стрелы. Есть. Жизнь есть. На возвышенность, срочно. Да, я знаю. Блин. Ребят, ну, я отлучусь, конечно. Надеюсь, с вами не будет покончено... Пока я его не убью. А, да. Ну ладно. Help me. Ну, знаешь, это мне дорого будет стоить, что я здесь бегал, да? Ладно, будем как на себя отводить, да? И стрелять, и отводить на себя. Блин, ну я стараюсь. Выстрел, кувырок, да? Выстрел, кувырок. Как это не подло признавать, но эффективнее всего прикрываться ребятами. Я знал, что тебя рано или поздно здесь загасят, замесят, ну ладно. Все-таки здесь щитовиков до хрена. О, нет. О, нет. Есть. Парень, давай, вставай.
Я тебя не подниму с такими рубаками. Поднимаю его, поднимаю, я прикрываю. Да сдохни уже, сколько в тебе стрел вообще должно быть. Умничка, молодец. Все, сколько у меня стрел? Нормально. Канает. Сука, а он раньше времени и не сползал, даже и не думал этого делать. Где второй? Окей. Идем полечимся чутка еще, да? По идее, сейчас восстановили ящики, нет? Эх. Да? О, это дядя серьезный. Это я знаю. Хотя знаешь, тут несерьезных дядей в принципе нет. Спасибо, что проревел там. На ушко мне. Так, ласково, значит. Вот это лучше уже без брони. Ой. Я получил по хребту. Наш следопыт немножечко был подвергнут пыткам. Где лучники еще, да? Казалось бы, да? Херня. А на самом деле нифига подобного. Я уперся в орка. Класс. А лучники до сих пор стреляют, да? Они приходят и приходят. Ясно. Знаешь, я что делаю, собственно? Я же что ж делаю-то? Помогаю? Кажись. Судя по всему, пришло время порубиться, да? Ну, его-то мы положили, но дварфа тоже положили. Где он там вообще? А он здесь. Блин! Ну вот, все. Началось. Началось. Пожалуйста, не ползи сюда. Ну не ползи, дура, тупорылая. Сука! Не, это не реал. Это невозможно. М-да. Сука тупая. А ведь сейчас помрет, да? Козел-то сдохни ты, а? Так. Воспользуемся замешательством, а? Да нихера, это невозможно. Ну, умрет, так умрет, будем вдвоем, чё поделаешь, да? Ох, ё-моё. А может быть вот так вот, хитро? А, блин, ну. Знаешь, нам не хватает буквально вот чуть-чуть. Вот именно столько, сколько надо, нам не хватает, да? Они что, лечат их? Вот это красное, это что такое? На плечах у них. Это они их лечат? Или это они калечат меня? Ну сдохнешь ты, твою мать, а, или нет? Ну твою же мать, а? На. Эльфийка, давай. Да похер, похер, похер. Дварф. Норм. Стрел осталось ровно 3. Класс. О да. И сразу следующее. Ну, разумеется. Что такое следопыт без стрел? Это мертвый следопыт. О, да! Эти дяди хороши. Всем. I need help.
На! Правда? Ничего не знаю. Извини, я привел их к тебе. Хорошо. Не хорошо. Антихорошо. Умри же, умри. Есть, так, окей. Еще эти огненные стрелы летают со всех сторон. Они так бесят. Не столько урона наносят, сколько бесят. Стоп. Лови в голову. А ему вообще наплевать, да? То есть эта дура бежит вообще, ему наплевать. Может заряжать, а? Выстрелы, заряженными выстрелами он лупашит. Класс! Старуха Фарентош отклеилась. Кажись. Да! Я б знал, где вы нахрен. Я, может быть, помог бы. Где старуха Фарентош? Хрен знает, но это я не найду. А если найду, то не смогу спасти. Ну как спасти? Откачать. Фарин, твою мать! Пробуй один раз. Если не получается, а не получается. Эльфийка, выползай сюда, на свет божий. Я там ничего с тобой не сделаю. А вот орки, когда ты в таком состоянии... Ой-ой-ой, даже страшно подумать. Прям позиция у тебя незавидная. Если дварф может еще им окажется не мил, то эльфийка, я думаю, там конец все. Ползите, ползите, ребят, ползите. Но здесь вроде такой жести не было, да? Потому что я перестал их сразу же спасать. Дварфа, конечно же, опять раком поставили. Ну, конечно. Так, 15 стрел. Это просто жопа. Пока не закончилась атака, я должен восполнить себе бутылки и стрелы. Отлично. Пока ничего тут крепкого нету, да? Хотя они и с этим не справятся. Это очевидно. Попробуем собрать всех ящиков, да? Или восстановилось только здесь? Я не помню, я уже сбился со счета. Где восстановилось, когда восстановилось и после какой волны? Но восстановилась. Бутылки пригодятся. Магия так точно. Нам. Фу, магия. Жизнь. Жизнь. Магия такое дело. 60 стрел. Атака отражена. Отряжена. А ведь стрелы у меня уже фигня. Я прям побаловался ими не слабо. Они перестали выпадать из крепких врагов. Они выпадают только из слабаков. Так, ну давай попытаемся их как-то растянуть, да? Естественно, ими. Естественно, ими. И этими ребятами со щитами. Даже ребята со щитами мне больше доставляют неудобств. Да все, ты умер. Тот не может успокоиться, да? По-моему, вся основная мощь отправилась на ребят, да? Давай попробуем. На эльфийку. Ее прям угандошивают там тупо толпой. Ну, знаешь, не вся толпа эльфийки. В всякой толпе есть дело еще и до... Да ты что? А лечиться кто будет, а? Не, ну я зря начинаю их лупашить вот так. Давай пробую тебя хотя бы высверлить отсюда. Стой, твою мать. А, ну круто, я-то ее спасал. А оказалось, что дварфа загасили, да? Не может быть! А я думаю, кто же это? Кто же нуждается в моей помощи-то? А это, оказывается, вы. Класс! Ладно, пойду-ка я сюда. Их опять положили. Это стандартная схема. Я ему все глаза уже расстрелял. Ладно, может быть, успею, да?
Давайте товарища эльфийку. Успел. Она каким-то образом поднимает его сразу же, да? Ну, только когда я помогаю ей. Ну, тут, конечно, рейнджерс я показал, как настоящий рейнджер. Отстрел ведется просто кайфовый. Но стрел 39 штук. И что-то я не вижу пополнения. А это значит... Дай стрел, а. Блин. Это все плохо, значит. Атака отражена, а стрел больше нет. Ладно, будем экономить по возможности. Типа заряженными лупашить, да? Это я очень здорово здесь оказался. Класс. Ё-моё. Если положат рейнджера, это же жопа. Стой, козёл, куда пошёл, мать твою. Ты, наверное, издеваешься, да? А, сейчас было в щит, да? Или нет? Он вроде оглушен, а вроде не оглушен. Ребят, а что у нас там внизу, а? А, тут у нас секас. Понятно. Да. Если ты еще лечился, когда тебе дают полечиться. Мать твою, дварф. Естественно. Но это, конечно, было бы круто, и мы это смогли. Найс. Да, давай рубить. Жаль, оно на периферии не лечит. Интересно, а если мы выйдем посреди боя, это нам зачтется вообще или нет? Просто интересно. Угу. Ладно, давай попробуем с контратакой. Не знаю, что-то я ее не могу оценить. Ребята здесь пройти не могут, а я контратаку не могу оценить. Да что ж ты, тебя насилуют-то там, а, дварф, мать твою. А, понятно, зажали и прям клепают. Ясно, сейчас сделаем. Чтобы клепали следопыта вместо тебя. А ты уж там в задницу как-нибудь. Есть. Минус голова. Не хочешь полечить? Нет? Ну ладно. Есть! Минус башня. Что там с сундуками? Все еще открыты. Ясно. Да. Делов-то. О. С двух сторон? Нет, с одной. Блин, ну ладно, не будем стрелять стрелы на лучников. О, вот на этого дядьку надо потратить стрелы. Это дядя суровый. Ладно. Стой! Да. Ай-яй-яй. Довел следопыта, да? Зря я не отстрелил лучников. Их просто надо отстрелить. Но это очень сложно сделать. С этим дядькой на хвосте. Дайте стрел, твари. Отлично. Немножко нападло. Так, и они ушли в тень. Ну, конечно. Знаю. Я все знаю. Я как бы на себя отвлекаю уже. Да на! Есть. Блин. Твою мать, как же подло, а?
Но эти бегают медленно, я не знаю, есть шанс, да? Где фиг удели? Она же должна ползти ко мне. Получи. Нет, слишком близко, это не работает. Молодец, дворф. Не зря тебя поднимал. Сколько его надо рубить этими мечами, а? Я, конечно, понимаю, что он у нас лучник, но... Не до такой же степени, а? Сука. Ладно, 33 стрелы. 33 стрелы. Так. И значит... Ублюдочный. Есть. Есть. Так, что там с ящиками? Нет. Рано. Ребят, ну вы серьезно? Ну вы серьезно, мать вашу? Ну... Это как это ты сделал, а? Есть. Какая это была атака? Сейчас будет 15-е. Угу. Да, это миньоны Агандаура. Это типа боевой клич, да, у них такой? Есть! Минус один. Но тут таких дядей... Двоечка! Спасибо, минус 160. Сразу с лету просто вынес. Блин. Ну ладно. Не, может быть и хорошо было бы вместе тусить, но я там не вывезу. С девчонками вот эта вот всякая хрень. С нашими. Блин. Андрель умирает. Она умирает где-то там внизу, да? Сдохни. Ой, я оказался на грани выживания. Ладно, ничего страшного. Я контролирую ситуацию, придется потратить все стрелы, да? Ё-моё! Ладно, нет, 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 я не контролирую ситуацию. Да блин! Вашу мать, как вы ползаете неудобно. Мать вашу ж так. Я не знаю как, но я убираю каким-то образом эти самые. Суперудар у нас из линейки. Теперь нету двойки, есть только тройка. Я не знаю, как это получается. Я вроде ничего такого дерьма не делаю. Блин. Если бы они еще так упирались, а? Быстрее, пожалуйста, быстрее, 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 да. Дварф. Есть, я спас. Опять спас всю нашу компашку. Ладно, сэкономим стрел. Да, блин, ну да, конечно, конечно, конечно. Естественно. Дварф, что мы будем делать? Мы будем отхватывать. Валим, лечимся. Я знаю, я знаю. Я спас, но вы не оценили. Эльфийка здесь, да? Блин. Ладно, подожди, чуток. Да, мать. Дварфище, давай. Да быстрее, давай, твою же ж мать, а! Ты как будто издеваешься надо мною. Окей. Было, было, было. Ладно. Экономия стрел. Включена. Режим экономия стрел. Конечно. Он же стоит, когда его молотят со всей силы, блин, с разных сторон. Да, блин. И не только Фарин. Бутылки, конечно, пошли
на ура. Как? Понятно. Угу. Быстрее, гном, быстрее. Давай, 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 давай. Ты ее поднимешь, да? Не думаю. Ты сейчас сдохнешь. Да. Я тоже. Дварф, да ладно. Такое ощущение, что подкачало их защита, и их начали пробивать. Серьезно. Блин. Сейчас подкачает и моя. И это только 15-я атака. Только 15-я. Эльфийка, ты слышала? Ты слышала, мать твою? Как насчет лечения? Да, молодец. В первый раз упал. Следопыт, но далеко не, наверное, в последний, да? Мне нужно лечение. Нет, все еще закрыто. Оу, да, это крепкие тролли. Это крепкий дядя-тролль. Сука. Обидно. Ё-ма-ё. Да давай, 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 я жму, давай. Ну. Мать твою, а. Вот это жопа. Вот это жопа. Да, блин. Ладно, отступим на секундочку. Дай мне стрел, пожалуйста, дай мне стрел. Козел. Ладно, ладно, ладно. А где второй тролль? Неужели его завалили? Ну, блин, а как, почему так быстро проходит? Алло! Классненько, конечно. Давайте сюда, ребят, давайте сюда. Эльфийка, где ты? Где ты? Знаю, знаю, я же лечить бегу. Где ты там? А, дварфа взяли в оборот. Вот так надо выбивать. Вот так надо выбивать, ребят. Да. Да все ты выдержишь. Поверь мне, если я выдержал, то ты. Ну, сука. Захват атаки сделал. Блин. А ты молодец, справилась. Окей. Да, сука, закройся ж ты, а, мать твою, а? Так. Вот так вот. Отлично. По-моему, они друг друга даже не лупашат. Особо. Стоп! Блин! У этого бронированного? Мать бы его! О, отлично, загасил таки. Так где ты? А, понятно. Понятно! Понятно, блин! Ладно. Так, давай попробуем крепкими. По-моему, до лампочки эти крепкие. Хотя... Может и нет, но это, сука, так долго! Хз, не думаю, что они очень были крепкие, просто у кого-то уже жизни не было к тому моменту. Мне так кажется. Сука. Ладно, я пойду проверю. Вот сука, а. Стрел дай мне! Козел. Ладно, ну может ты? Может хоть ты? Ни в коем, мать его, случае.
Понятно. Да ладно! Воу! И чё, сундуки закрылись? Нет, 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 нет. Ну, знаешь, это вовсе не было легко. Если бы у меня не было лечилок, то было бы вообще жопа. Потому что все, которые здесь, мы потратили. И потратили даже больше. Уровень дали неплохо, в принципе. Половина 22 уровня. Тем более, что у нас уровень уже набирается прям не очень хорошо. Ну, в общем. Короче, справились, да. Справились. И я нисколько не жалею, что добавил на лук. На стрелы. На количество стрел. Перк. В общем, хорошо. Слушай, ну это мощно. Да, это они молодцы прям. К сожалению, нет у нас... Фарин здесь вообще, конечно, проявил себя. Да. Ну, играя за него, естественно, он бы проявил себя лучше. Но... Я не помню, у него что-то вроде тоже такое есть. Такое... Да, такое сбивающее с толку. Ну, наколбасили. Наколбасили и хорошо. Нам, по идее, вон в то ответвление, если я правильно понимаю. Но я хотел здесь еще поговорить с вот этим дядькой. Он что-то мне скажет? Нет, нет, он ничего не скажет. Мы не можем атаковать эти бочки. Мне сейчас интересно посмотреть, сколько там чего у нас в процентном соотношении поломалось. Потому что лупашили, конечно. Мама, не горюй. А знаешь? Видимо, сказалось то, что я включил максимального следопыта, да? Очевидно. И именно поэтому весь мордобойный урон, ну или по крайней мере 70%, прилетел именно Фарину. Хотя лук заюзал прям ура как. Надо сейчас посмотреть, может быть, есть какие-то здесь покруче луки, чем этот наш. Ну и мечики, конечно. Мечики, да, да. Но не так сурово, как возможно было. Опять-таки, жаль, не написали суммарное количество урона, нанесенное, желательно, вот луком. Да? И всем остальным. Что у тебя есть такое? Воитель, это нам не подходит. Это хуже. О. Че битый-то, а? Грех не взять. Две всего тысячи, господи. Конечно, я беру. Конечно, я беру. Я поремонтировался только что больше. Сильно. Сильно. Ну, тут ничего такого. Взять, что ли, их? Можно было и эту взять. Да не, их стоит взять, да. Прям крепкие. Единственное, что покоцанное. Сделать упор на могущество? А почему бы нет? А какого хрена, собственно? Так, а что у нас? А, этот вручный. Я рано-рано радуюсь. О! А давай. Ну. Ну, так вот, в принципе... Неплохо. Затарились, кстати. Угу. Нет сундука. Нет и нет, к сожалению. Ладно. Солидный прирост. Здесь не столь солидный, но по минималочке, да? По минималочке. Но по максималочке-то, да? По вилка увеличивается, но это хорошо. Хорошо.
Так, что мы заменим? Мы заменим, наверное, вот этот мечик, да? 131. Вот этот топорик. Оно короткое, конечно, ну что поделаешь. Что ж поделаешь-то? Что ж? Что ж? Так, мы брали еще боты. С упором в могущество, хорошо. Что-то еще брали, не помню, что брали. Все, ничего, наверное, не брали. 188, 222, но не такая большая разница, поэтому... Ладно. Топорик выглядит каким-то детским. Не, я помню, что у них были такие, да, но, если честно... Ну, как-то... Само топорище, ну, какое-то, ну, совсем мелкое. Ну, просто такое, ну, прям... Ну, ладно. Последний шанс, может быть, я просто там тороплюсь, да, может быть, может быть. А если они вернутся? Трус. Ну, в общем, он как бы нам дает эти штуки. И даже делает жест такой. Но, увы. Так, прокачка. Займемся-ка мы лучше прокачкой. Ах, да. Ах, да, ах, да. 22 уровень был. Ну, тогда, я думаю, стоит впаять ловкость. Потому что уже за 1000 перешел урон. И это мне прям нравится. Я уверен, мы будем стрелять. Много. Часто. Делать больно. Оркам. Тем более у нас на ловкость заточена защита. И я думаю, стоит вкатить еще сюда уровнек. Ни хрена не пишут сколько. Повышение защиты на величину, зависящую от ловкости вашего персонажа. Сколько? Что? ХЗ. Также есть штука... Несколько стрел выпустить. Кстати, я вот не знаю, я опять-таки, я же говорю, я убрал как-то эту штуку. И она у нас пропала. Ну ладно. Что я делаю с ним? Как я убираю его? ХЗ. Сейчас вроде есть. Та, тут есть, там есть. Крутая оборонная стойка, да? Ну, такое. Ладно. Двинемся дальше в путь уже в следующий раз. Ты посмотри, сколько у него дров-то за спиной. А реально, я не помню, чтобы колчан был таким толстеньким поначалу. Или это у меня паранойя? А. Ну, я не помню, чтобы он был таким жирненьким прям. Кстати, неплохо так выглядит наш вояка-боец. Ножака-топоряка. Лука-стреляка. Ладно, я-то думал, поначалу, когда мы там начали собирать много бутылок, мы соберем их намного больше и на последний бой хватит. А нет, не хватит. К сожалению. Что ж, если тебе понравилось, поддержи видео лайком. Если есть какие-то предложения, пожелания, может быть, вернуться в Бри, поговорить там с ребятами... может быть, еще что сделать? В общем, дай знать. Кстати, приоделся гном. Вроде бронюку сменил. Да, и шлем, по-моему. А эльфийка не особо-то и поменялась. А вот, относительно начала этой серии. В общем, такое дело. Если есть любые предложения, в общем, пиши. Также, если у тебя есть желание, возможность поддержать канал, оформь спонсорскую подписку, за что тебе респект, уважение, бонусные видосы по субботам и воскресеньям еженедельно. А ребятам, которые уже являются спонсорами канала, огромное спасибо за всестороннюю поддержку канала, меня лично, ну и вот этого вот бородатого мужика, у которого, кстати, борода отдает синим-синим таким переливом. А вообще-то, вот.
На этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию и... Ба-бай!